Привет, меня зовут Антон Заднепряный, и моя компания Blackroom стоит лучшие домашние кинозалы в Европе. Сегодня мы с вами на выставке Integrated Systems Europe 2024. Я вам покажу все новинки. Артем тоже покажет. Погнали! На хай-фай выставках Канта стоит подключенная, и ее все слушают. А здесь главный фокус на custom install. Поэтому все слушают встройку, ну и новую линейку Aria Eva X. А Утопии, Сопры и Канты стоят в сторонке и ждут своей очереди. Долгожданная новинка Aria Eva X. Я не писал уже в телеге. Слушайте, ну, давно ждали этого обновления. Aria сама по себе была хороша, но с новыми динамиками. Смотрите, какой новый цвет у них появился. Такой благородный английский зеленый. Кайфовая штука. Самая популярная встраиваемая акустика в нашей компании – фокал. Здесь можно сравнить. Как устроена тысячная, самая популярная 300-я и недорогая 100-я серии. Пойдемте покажу отличия. Мои любимые потолочные LCR-колонки. Уникальный продукт, такой мало кто делает. Фокал делает их, по-моему, лучше всех. Это колонки, которые встроены в потолок, но при этом как бы опускают звук на уровень слушателя. Этот тип колонок на данный момент производится во всех трех сериях встройки фокал. Тысячная, 300-я и 100-я. Многие клиенты спрашивают меня, почему обычные потолочные восьмерки 100-й серии стоят, ну, там, условно, 35 тысяч рублей, не помню цену. А вот эта штуковина стоит 70 или 80 тысяч рублей. Посмотрите, как она устроена. То есть обычная потолочная встройка – это динамик с креплением. Здесь же полноценная конструкция, жесткая, плотная, в которой просчитаны все объемы, где каждый динамик не мешает друг другу. Это 100-я серия, не тысячная. А теперь еще раз посмотрите на тысячную. Здесь вам и берилли, и крепежики другие, и драйверы фирменные от Утопии. Ну огонь же! Как такое может дешево стоить? Сзади тоже разница, что называется, налицо. Те LCR потолочные каналы фокала имеют закрытую конструкцию. Мне нужны никакие короба, корпуса, ничего. Их можно просто в вырезанное отверстие вставить и забыть. Классические потолочные колонки, вот они. Их хорошо бы в короба спрятать. Смотрим старшие серии. 300-ка, ну, очевидно, глубже, больше, лучше. Ну, а тысячная серия – это уже все закрытые ящики, закрытые конструкции. Сейчас пойдем туда, вот за эту стену. Там шоурум, где создана 7.4.4 система на базе фокала тысячной серии, а в действие приводят ресивер фирменный и наймовские мощники. Тоже решил поиграть в кинозалостроение. И новая тысячная серия, построенная на динамиках Утопия, позволяет реализовать какие-то интересные сценарии, ранее не воспринимавшиеся всерьез инсталляторами вроде меня. Так, фокал предлагает LFE-сигнал пускать не от 80 Гц на сабвуферы, а от 30 Гц. Зато каждый канал предлагается сделать на основе колонки и тысячного же сабвуфера.
У нас получается 7 каналов базового слоя, ну, 7-9, сколько поставите, которые играют от 30 Гц. Соответственно, такая конструкция использует только один канал усиления, что позволяет не использовать такое большое количество усилителей, как в традиционных инсталляциях. А самый низкий бас они предлагают пустить на новый сабвуфер Focal 12. Озвучивает всю эту красоту ресивер Focal Astral 16. На прошлых выставках я уже говорил о нем. Здесь, наконец, удалось узнать подробности. Модель аж с 2018 года производится компанией Storm Audio. Да, вот почему он настолько прекрасен. Усиление класса D, много каналов, Dirac. Это один из законодателей моды, несмотря на возраст, который регулярно обновляется, благодаря тому, что это Storm. Играет? Круто. Где еще говорить резюме по фокалу, если не на фоне вращающейся утопии? Удивили. Вот уж на всех выставках их видел, а все равно удивили. Потому что здесь они наконец-то построили кинозал, как они его видят. Их видение в корне отличается от того, что принято в индустрии. Каналы базового слоя предлагают резать от 30 Гц, а не от 80, как принято в индустрии, потому что, как они говорят, точное позиционирование Atmos возможно только при таком раскладе. И именно под это они и выпустили свои странные, непонятные пассивные сабвуферы, из которых можно полноценные колонки построить, хотя это встройка. Во-вторых, они, наконец, добавили к этой конструкции свой фирменный сабвуфер, который умеет играть очень глубоко. И я хочу его использовать не только с вокалом, потому что он классный. И в-третьих, а резюме. Слушайте, ну эта штука играет музыку. Она кино выдала тут 120-125 дБ звукового давления, и при этом оно играет музыку. Настоящую вечеринку можно устроить. Так что официально объявляю, что это мой новый референс для музыкальной стройки. Мультирум покоряет мир. Все больше появляется устройств для того, чтобы сделать музыку доступной в любом помещении. И за пределами помещения тоже. Focal презентовал новую серию Littora не так давно. Но сейчас уже инсайт они поделились, что в Штатах и в Европе это просто новый хит. Ну еще бы. Колоночки по дизайну, конечно, они у Sonance слезали, но сабвуфер у них играет реально лучше, чем Sonance. Наверное, это самые кайфовые уличные сабвуферы, которые я на данный момент знаю. Инсталляционный бренд номер один в мире – это американская компания Sonance. Именно они по-настоящему изобрели встраиваемую акустику. И у них на выставке, пожалуй, самый большой стенд. Уличная акустика на любой вкус. Посмотрите вот на это. Ну, это ж вообще кайф. Прям в уголок можно повесить. Ну, посмотрите, сколько всего делает Sonance. Ну, реально, на любой вкус стройка. Хоть корпусная, хоть бескорпусная, потолочная. В стены, в потолок, хоть в пол, хоть, не знаю. Я думаю, если представитель Sonance спустится в ад, он и там какой-нибудь мультирумчик построит. Такого количества дизайнерских вариантов не предлагает ни один конкурент. Это правда. Sonance – безусловный лидер. По звуку, но по дизайну, ну, посмотрите, сколько вариаций. И это же, кроме обычной встройки, это все можно на обычную встройку нацепить, понимаете? Sonance в этом году исполнилось 40 лет. В честь этого они презентовали целую линейку продукции под названием James. Это будет их топчик. Но и кроме этого топчика, новых продуктов у них хватает. Пойдемте по стенду прогуляемся, столько интересного вам покажу. Главная премьера от Sonance – линейка James. Топовая линейка встройки, которая использует новый квадротех, квадротвиттерный твиттер. Посмотрите, как это выглядит. Притом модели есть и на 8, и на 6,5, и на 5 дюймов. Все размерности, высокие частоты будут все равно крутые. А вот это встройка для кинозалов. И здесь тоже появился тот самый модуль James.
с четырьмя твиттерами. Компания Sonance является одним из первопроходцев в мире полностью невидимых колонок. Колонок, которые монтируются за подлицо, со стеной и окрашиваются поверху. То есть вы вообще ничего не видите. Основным рынком этих колонок до сих пор были коммерческие проекты, например, бутики вроде Louis Vuitton, когда вы не видите колонки, а звук есть. Теперь Sonance идет с этой технологией в консюмер-сегмент. Они существенно расширили модельный ряд. Теперь тут вон сколько всяких коробок есть, у которых одно отверстие на выходе. Но главное, появились полностью невидимые сабвуферы. Зацените размерчик. Они гигантские, и они играют. Представляете? Бас есть, а колонок в комнате вообще нет. Круто. Теперь есть и не совсем невидимая, но почти невидимая линейка акустики. Посмотрите конструкцию. Динамики стоят внутри закрытой коробки, которая полностью монтируется в стену. А все, что мы видим с лицевой стороны, это маленькая решеточка. И таких колонок у них много, от мала до велика. Главное, чем меня впечатлил стенд Sonance, это тем, что здесь были выставлены абсолютно все модели этого бренда, а модельный ряд совершенно бесконечен. И их все, включая уличные, можно было послушать и сравнить нажатием одной кнопки. Sonance изобрел множество вещей, которые сейчас являются стандартом рынка. Ну, например, капываемые сабвуферы. Вот такие вот спикеры с таким дизайном. Ну и много всяких разных вот таких вот штук. Прикол в том, что сейчас, например, в такой акустике их обошли BMW. AM1 считаю лучшей акустикой такого типа. Но изобретатели-то они... Да, а сабвуферы, кстати, вкапываемые практически все научились хорошо делать. Еще одна моднейшая фигня от Sonance, которая стала практически независимым бизнесом, это различные крепежи для айпадов. Называется бренд iPort. Да-да, есть такая компания на северо-западе России. И делает различные решения для того, чтобы сделать iPad пультом от вашего умного дома или кинотеатра. Что это у нас тут? Тоже уличная акустика. Тоже похоже на Sonance, на Focal. Называется эпизод. К триаду и Ctrl-Fo относится. Иду брать интервью у директора по продажам Monitor Audio. На видео попросили не записывать, но текстом поделюсь в телеграм-канале. Подписывайтесь. Контакты все в описании. Про линейку Synergy уже рассказывал и не раз. Суть ее в том, что на данный момент это самый недорогой THX Ultra сертифицированный продукт на рынке. Вы можете как угодно относиться к бренду Monitor Audio, любить его или ненавидеть, но суть в том, что сертификат THX у них есть, а значит кинозалы референсного уровня на них строить можно. Да, чуть не забыл, в интернете проходила информация, что для их создания использовали драйверы от серии Gold. Нет, это не совсем так. Сегодня мне ответили, что это полностью уникальный продукт, уникальная конструкция, которая отделом R&D была разработана практически с нуля. Потому что THX предъявляет очень жесткие требования. И для них это стало новым открытием, новым опытом по тому, как работать с высокой мощностью, с высокой производительностью и как давать требуемый уровень звукового давления. Но успех достигнут, сертификат получен, так что теперь можно поджаривать ушки. Один из главных вопросов, которые волновали меня после презентации новой линейки Creator от Monitor Audio, что будет с теми моделями, успешными моделями из предыдущей линейки, которые не имеют аналогов среди новинок, их все-таки решено оставить. Например, мои любимые SCSS-230, потрясные, встраиваемые в потолок колонки глубиной всего 6 сантиметров. Вот такой продукт. Очень много их поставили и продолжаем ставить. Так вот, их оставляют на конвейере, так что
им быть. Примерно год назад компания Monitor Audio, которая всю свою историю только колонки делала, презентовала целый модельный ряд усилителей, инсталляционных, класса D, со встроенным DSP, с эквализацией, с управлением каким угодно. И даже в некоторые BlueOS встроили. Ну, просто огнище. На мой вопрос, откуда деньги на такую роскошь, они, конечно, не ответили. Но продукты очень стоящие. Дорогие клиенты и подписчики, ответственно заявляю, что в ближайшие пару лет мы на них будем строить много проектов, потому что по соотношению цена-качество продукт офигенный. И, слушайте, поигрались мы тут с DSP, огненный продукт. И именно в появлении усилителей класса D в ассортименте Monitor Audio и кроется основа для Antre, новой линейки закрытых сабвуферов на основе усилителей класса D со встроенной эквализацией DSP. Вот всем этим суть усилителей Monitor Audio в том, что они разработали универсальную платформу, которую теперь могут кастомизировать для конкретных продуктов. Первой такой кастомизацией стали как раз сабвуферы Antre. Уважаемый Барнс-Листон, очень вас прошу, пожалуйста, дайте на тест, а? Очень хочется заценить. Потрясный должен быть продукт, серьезно. Линейка SoundFrame, которая отличается тем, что вы можете заказать любые картинки на нее, продолжает выпускаться практически без изменений. В ближайшие 18 месяцев ее продолжат делать в том же виде. Ну, правда, рамки стали меньше, картинок стало больше, звук остался тот же. Но конкурентов все равно нет. А объемы продаж такой стильной, интересной, но все-таки не каждому подходящей акустики не позволяет ее каждые несколько лет менять. Ну и два слова о моей любимой теме – пассивные саундбары. Тут вот какая штука. Monitor Audio едва ли не первая компания, которая предложила такой продукт рынку. Сделала она это несколько лет назад, когда их вообще никто не делал. И прикол в том, что они опередили свое время. Фактически сейчас они стали более актуальными, чем были тогда, потому что тогда клиенты еще не были к этому готовы. А сейчас любой дизайнер хочет на саундбаре что-то сделать. Это классический пассивный саундбар с хорошим звуком, под три размера, под три диагонали телевизоров, который прекрасно играет. И, как сказал представитель Monitor Audio, а зачем их менять, если сейчас они продаются намного больше, чем тогда, когда мы их выпустили. Ну куда ж без моих любименьких примары-то, а? Здесь они представлены во всей своей красе. Все можно послушать, посмотреть, потрогать. Ой, жалко вас тут нет. Красивые-красивые коробочки, которые мы активно предлагаем, продаем. И тут бах! И в этом бесконечном ряду красивых скандинавских штуковин я обнаружил новиночку. Посмотрите-ка. SP25. Новый процессор. Не ресивер, а процессор от Primare. Скорее бы до нас доехал. Не терпится его испытать. По моей просьбе коробочку повернули. Знаете, почему она попой стояла? Да потому что она еще официально не представлена. Так что только настоящие любители скандинавского звука вроде меня могли такое засечь. Итак, на борту 11-канальный пред, хотя там два лишних разъема сзади. Может быть, фронт-вайд будет поддерживать? Пока неизвестно, пока официальной информации нет. Все это построено на топовых ЦАПах, с топовыми платами, с отличным блоком питания. Весит, как мощник какой-нибудь. Ну что, любители многоканальной музыки, на нашей с вами улице еще один праздник. Кроме ресивера, теперь еще и пред с мощником полноценные будут. Лучше, с моей точки зрения, по качеству звука и по удобству при этом, мультирум-платформа для дома идет в корпоративный сегмент. Blue Sound показал все виды своих продуктов в версиях для коммерции. Такие миленькие, такие хорошенькие, их теперь так много, смотрите, целых 5 коробочек на любой вкус. Тут вам и нот, и хаб, и PowerNote Edge, и классический PowerNote, и Volt продолжает выпускаться, между прочим.
но и много-много колоночек, саундбаров для улицы, для дома, для магазина, куда угодно. И я напоминаю, что Blue OS подставляется на экспорт, поэтому ее можно найти и у Dali, и у Monitor Audio, и много-много еще у кого еще. Молодцы, Ленбрук, прям допилили платформу до ума, сделали ее коммерчески успешной, и теперь снимают сливки. Класс! Мне кажется, что это главный конкурент Sonos по удобству. Два слова надо сказать про акустику PSB. Этот бренд входит в один концерн с NID и Blue Sound, в концерн Ленбрук. Так как эта компания американская, ну, из Канады, но из Северной Америки, делает она полный спектр встраиваемой акустики. Естественно, она делает и вот такие вот решения, вот такие вот, которые опускают звук, мои любимые. Делают они и корпусные LCR-каналы, сабвуферы встраиваемые и много-много чего еще. Очень по ним скучаю. Правда, очень кайфовый бренд. Акустику, тест, который вы можете найти на моем канале. Это одно из первых видео, которое я вообще снял года 3 назад. И это успешный, коммерчески успешный продукт. Вот реально, если что-то попадает на тест к Артему, оно неплохо продается. Настенная акустика, которую сейчас, в 2024-м, делают практически все производители, ну или стараются сделать. PSB сделал еще тогда. Очень классный, мягкий, приятный звук, полноценный. Сабвуфер или два добавить, и будет полноценная система. Если вы не в России, а где-нибудь в Америке, обратите внимание. Очень кайфовый продукт. Знаете, почему у меня улыбка от уха до уха? Я тут новый NAT увидел. Вы все знаете, что я фанат T778 и... Смотрите, кто тут у нас. T789. Пока предсерийный. Пока еще в нем допиливают программное обеспечение. Пока еще много непонятно. Но уже понятно, что это будет флагманский продукт, в котором 11 каналов усиления. Притом будут там модули нового поколения, не гибридные, а такие же, как... Такие же... О, вот сюда скажу. Такие же, как, скажем, в примаре стоят. Он сказал, что... Они используют базовое решение, потому что оно позволит им лучше скомпоновать этот продукт. В общем, большой экран, Dirac. 4 независимых выхода на сабвуфера. Знаете почему? Потому что это будет первый полноценный ресивер, не процессор, в котором будет реализован весь потенциал Dirac Bass Management. А вот как выглядит та самая невидимая акустика после правильной установки. Посмотрите, ее нет, ее вообще не видно. А теперь смотрите, что там внутри стены на самом деле. Видите? Там много-много колонок. Настоящая многоканальная система построена. Добро пожаловать на стенд бренда, который стал лично для меня открытием 23-го года. Wisdom Audio. Акустика, на которой мы завершали несколько проектов от наших партнеров и конкурентов, и которые меня очень сильно удивили тем, что это инсталляционная акустика, которая играет музыку. А за счет чего? Давайте посмотрим. Основа конструкции Wisdom Audio – это лента. Ключевое отличие от линейного массива, то есть из совокупности большого количества динамиков, которые используют конкуренты, в том, что звук, порождаемый этими динамиками, распространяется во все стороны, складывается, вычитается. В общем, много каких паразитных эффектов порождает. Когда же мы говорим о линейном источнике звука, не массиве, а источнике, надо понимать, что мы получаем звук, направленный по прямой, строго по этой высоте. То есть ничего сверху, ничего снизу нас не беспокоит, там нет отражений, потому что звук распространяется от него по прямой. Из таких модулей можно собирать все, что угодно. Основной продукт Wisdom Audio, продукт, который является их лицом, который во всех странах знают и к которому стремятся, это L75. Собираются они из вот таких вот 24-дюймовых модулей, которые бывают ленточными, бывают
низкочастотными. Аналогичную по конструкции ленту можно получить и в менее дорогом продукте. Встраивана акустика L8. Здесь мы видим ту же самую ленту. Ну, а самый популярный продукт компании, который не делает Якасу на самом деле, это P6i, P4i и P2i. Павел, привет вам! Ваш кинозал мы собираемся строить именно вот на них. Внимание, внимание! Саундбары захватили все. Даже у Виздома появился, представляете? И он офигенный, с лентой. Пассивный, естественно. Работает здесь с ресивером Шторм. Вот представляете, теперь можно купить ресивер Шторм Аудио, чтобы он работал на саундбар. Это называется Theory Audio Design. Простите, подвиньтесь, пожалуйста. Уиздом идет. Стоят девчонки, стоят в сторонке. Ну как девчонки, они как бы ростом с меня. И это инсталляционные сабвуферы Wisdom. Я не считаю их шибко рациональной покупкой. Я не считаю их лучшими сабвуферами на свете. Но если уж строить кинозал на Wisdom, то почему бы не установить собственные сабвуферы? Потому что, ну, это топчик. Пусть и не самый, вот до самого чуточку не хватает, но топчик. Смотрите еще, какую красоту Wisdom представил. Это уже не заоблачные космоденьги. Система из широкополосного динамика ICS3 и сабвуфера Sub-1. Смотрите, что у нас получается. Все, что вы видите выходящим из потолка, это вот такая вот маленькая, малюсенькая решеточка. Вот, в руке я держу. Раз. И вот такая вот решеточка 2. У нас есть SC и VC вот в таком корпусе. И сабвуфер вот в таком корпусе. Все это прячется в потолок и совершенно незаметно. Крутяк. Хоакин Фолксон решил раскачать. Зацените, что происходит. Бенгон Толлофсон включил ролик. В тот же самый момент в соседнем зале включили тот же трек так, что Бенга не слышно. Огонь! Вот такие вот стены звука делает австралийская компания Крикс, ставшая абсолютной легендой в создании Dedicated Home Cinemas, выделенных домашних кинозалов. Здесь они партнерятся с Треновым. Пойдемте послушаем. Лучший звук на выставке. Тренов, Крикс. А, ну да, тут еще есть MadVR, Калейдоскейп и прочая всякая мелкая фигня типа RTI. Я думаю, этому может позавидовать каждый. Здесь, на выставке, построен кинозал по схеме 9.14.6 на основе акустики Крикс, на основе сабвуферов Крикс. И главная фишка — это новое обновление Waveforming от Тринов, программы, которая формирует правильный бас. Слушайте, ну, такого вступления к The Greatest Showman я не слышал никогда в жизни. Это правда. Бас настолько пробирающий, что становится жутковато. А как передаются выстрелы? Компрессионные драйверы у Крикс тоже работают круто. Все, кто здесь был на этой выставке, пожалуй, и все, кто не был, приезжайте в следующем году, серьезно. Здесь можно послушать истинный лютый референс. У Тринов аналогов нет. Это настоящая Формула-1 от мира кинотеатрального звука. 20 лет его создатели покоряют новые технологические уровни, а вся индустрия пытается скопировать их идеи. Счастлив за них искренне. Потихоньку масштабируют бизнес, расширяя модельный ряд. Вы не поверите, Крикс тоже сделал саундбар пассивный. Ну, я говорил, саундбары — это будущее. Ну, посмотрите, какая хреновина огромная. И ей нужен усилитель Тринов. Ну, или что-нибудь еще такое же качающее.
напротив Тринова притаился Макинтош. Смотрите, сколько коробочек. Сколько коробочек? И все это играет вот там, за стенкой. Пойдем послушаем, сравним. Пойдем посмотрим, наконец. Вся красота, которая играла в сумасшедшем шоуруме Macintosh и Sonos Father. Новые сабвуферы, Arena 20, они играли на сараундах и сараундбэках. И Arena 30, LCR каналы, гигантские, просто посмотрите на их размер. Ну и немножко всяких разных атласов. Вау, давно у меня мурашек от шоурумов не было. Бренд Macintosh – это единственный high-end бренд, который в 2020-х продается сам по себе. Все дилеры из разных стран говорят, что даже не надо его продавать, само продается. А еще Macintosh с Sonos Faber замутили целый бар. Подходишь, заказываешь себе коктейльчик, берешь закусочку, ну и наслаждаешься музончиком. Macintosh MX100. Его презентовали в 2020-м, и он изменил политику компании. Потому что вместе с ним стали продавать вот этого красавца, MI-347. Первый усилитель класса D, 7-канальный мощник от Macintosh. Этот процессор продается в Штатах за $5000, что для Macintosh означает даром. И он стал неожиданно очень коммерчески успешным. Поэтому в этом году, в начале года, презентовали его. Ресивер MHT-300. Когда я его слышал в Париже, он мне показался, недостаточно хорошим, чтобы опережать примары новинку 2023 года. Но здесь поведали, что это просто бомба, хит. Его буквально как горячие пирожки скупают в Северной Америке. Так что, кто знает, может быть, Macintosh еще и менее дорогие продукты выпустит. Какие-нибудь мощники класса D недорогие. Круто же будет. Компания, появившаяся всего пару-тройку лет назад, но уже ставшая легендарной. Перлистон. Пойдемте посмотрим, что они на выставке показали. Новинка номер один. D3WS. Настенный или встраиваемый сабвуфер. К нему в комплекте все необходимое для монтажа в стену будет прилагаться. АЧХ и уровень звукового давления обещают на уровне дорогих сабвуферов Перлистон. Качает его свой собственный фирменный усилок на 1.5 киловатта. Вот он здесь, с сенсорным экраном, DSP, приложенькой. В общем, все то же самое, к чему привыкли покупатели сабвуферов Перлистон, только в инсталляционном варианте. Бомбическая новинка номер 2, а на самом деле еще и 3, 4 и 5. Новая линейка недорогих, для Перлистона, недорогих сабвуферов. 4 модели на 18, на 15, на 12 и на 10 дюймов. Все 4 питаются от собственных усилителей. Да, кстати, один из сооснователей Перлистон – это, как его называют, Amplifier Designer. Так что усилки, DSP, приложенька, у них все полностью свое. Вы знаете мою любовь к этому бренду, знаете, как я рассказывал о том, что у меня от него мурашки. Вот у меня мурашки от того, что мы скоро сможем продавать сабвуферы Перлистон, они будут доступны намного большему кругу лиц. Ну и последняя новинка выставки – это новая потолочная встройка. Она сертифицирована THX Dominus, так что играет громко и круто. 3 полосы. Зацените. Это не просто короб, это все колонка. И весит она, скажу я вам, как какой-нибудь дорогой полочник. Очень ждем. Будем использовать. А это местный The Wall of Fame.
практически все продукты Перлистон получали премии. В Америке, в Европе, в Азии они лучшие везде. Сумасшедший бренд. Еще один дико интересный стенд на выставке Velodyne. Здесь не то чтобы много новинок, но они есть. Но главное, удалось поговорить с людьми из Velodyne и разузнать у них планы на будущее. Пойдем, все покажу. Линейка Deep Blue, с которой началось возрождение бренда после того, как его выкупил немецкий дистрибьютор у бывшего, уже бывшего американского владельца. Очень успешная линейка, очень надежная, очень быстрая. Ее во многих странах назвали лучшим решением для музыки, потому что, представьте себе, эти модели ориентированы на двухканальные системы. У них даже DSP после первой итерации исключили для того, чтобы придать им скорости. Закрытый ящик, усилитель класса AB, называется RealTX, подвинься. Новиночки, прям вот этого свеженького 2024 года, это встраиваемые в стену сабвуферы и два усилителя для них. На 750 Вт и на 1,5 кВт. Главное даже не усилитель, главное, что вместе с ними презентовали долгожданное приложение для управления всеми сабвуферами Velodyne, у которых встроенный TSP. Включая малышка, не крови. Итак, с нового года все покупатели старших серий Velodyne, ну, всех старше Deep Blue и ImpactX, получат возможность эквализации по нескольким точкам, подробнейшей. Пока туда не добавили плавную регулировку фазы, но обещали добавить в будущем. Главное, что все продукты построены на одном и том же чипе Advanced Technologies, который позволяет крутить какие угодно настройки. Осталось только программное обеспечение допилить, чем они сейчас, собственно, и занимаются. Единственный продукт, который остался со старых времен в модельном ряду, это Digital Drive. Легенда. Настоящая легенда, которую, когда презентовали, она перевернула рынок сабвуферов. Что могу сказать? Она и сейчас хороша, но есть и получше. Что важно, все технологии, которые в ней использованы, скоро перенесут в младший модельный ряд, который будет называться SPLX. И он будет ориентирован строго на кино и выделенные кинозалы. Вот это будет интересно. А после этого и Digital Drive полностью обновят. Вот это, кстати, спинка от нового встраиваемого сабвуфера, который уже доступен в России. Самое интересное, что я узнал на стенде Velodyne, это то, что им удалось нанять инженера того самого, который разрабатывал динамики еще с начала 2000-х. Те самые динамики, которые и повысили планку всей индустрии. Теперь этот человек снова работает в Velodyne и будет нести ту самую ДНК бренда. Ух, очень жду SPLX. Хочется попробовать, потому что тут такое о нем порассказали. Они прям очень много в его разработку вбухали. На стенде Шторма много чего интересного показывают и рассказывают. А знаете, чего они не показывают? Главное, чем они не рассказывают, это о том, что вся инженерная команда Шторма в полном составе сидит на всех презентациях новых технологий тренов. Еще один бренд, который мы используем в наших проектах часто, Procello, и она здесь представлена. Пойдем посмотрим. Главная новинка Procello – модель P628. Вы можете видеть три таких вон там над экраном. Знаете, почему они стоят над экраном? Потому что Procello сделала эту модель специально для того, чтобы использовать с новыми микро-LED-экранами. Там нет никакой акустической прозрачности, поэтому за экраном колонки не разместить. Поэтому сделали вот такую прекрасную модель. И, вы знаете, закрываешь глаза, и позиционирование практически идеальное. Год назад Procello обновила все самые популярные свои модели, поставив новые динамики и новые кроссоверы. В ближайшее время обновления не требуется. Вторая новость – это обновление линейки фирменных усилителей Procello Audio. Естественно, всю акустику Procello рекомендуется использовать только с ними. Они созданы друг для друга. Так вот,
Обновилось очень много компонентов внутри этих усилителей, и они стали намного стабильней, надежней и выдавать максимум в течение более длительного времени. Представитель компании Procello Audio заявил, что это единственный усилитель в мире, который прошел стресс-тест от одной американской компании. Он работал с 9 утра понедельника до 6 часов вечера пятницы на максимальном уровне выходной мощности, и при этом с ним ничего не случилось. Он сказал, что обычно усилки сдавались на второй, на третий день, усилители от конкурентов. Так вот, тест закончился, потому что просто решили, что больше гонять их не имеет смысла. Внутри все сделано действительно очень круто, хотя делаются они и в Китае. Вопрос, который лично я хотел задать представителям Procello, которые вот там вот за этой горой сабов стоят, это, господа, вы делаете активные и пассивные сабвуферы. Все ваши инсталляционные конкуренты делают только пассивные. Зачем вам активные? Не значит ли это, что надо активные использовать? Может быть, там усилители одни и те же стоят? И представители Procello сказали, нет, пожалуйста, используйте пассивные. Активные популярны на некоторых рынках, если коммуникации таким образом заложены, что надо ставить активные. Но играют они проще, усилители там работают не в самом оптимальном режиме, так что все-таки passive is the best. Надо больше саундбаров, богу, саундбаров. Steinway & Sons, которые работают совместно с господином Линдорфом, презентовали свой продукт абсолютно космического музыкального уровня. Под собственным именем господин Линдорф на этой выставке представил новую итерацию AV-процессора имени себя, MP62.1. Его фишкой является собственная система калибровки, которая ни на что не похожа. Один раз в жизни мы делали кинозал на таком процессоре, и это уникальный опыт. Ну и премьера 23-го года. MXA8420 – самый мощный многоканальный усилитель мощности на рынке. Сделан совместно с Purify, естественно, класса D. Дали, один из крупнейших в Европе производителей акустики, показал весь широчайший модельный ряд стройки. И кроме обычных рабоче-крестьянских фантомов, здесь показали самые большие и самые дорогие. Стройка размером с меня. Как тебе такое, Илон Маск? На самом деле, это одно из самых музыкальных встраиваемых решений. Проблема только одна. Гигантская зараза, но поет круто. Премьера выставки – новый встраиваемый сабвуфер Involve Sub S100. Говорят, его уровень сравним вот с этими красавцами. Эх, жалко не послушать. Смотрите, какая красотуля в ассортименте Дали появилась. Тоненькая такая. Монитор аудио, держись. Дали наступает. А как вам такой форм-фактор уличной акустики? Мне, честно говоря, больше нравится то, что Sonance и BMW делают. Ну где еще, кроме выставок, можно увидеть подобную дикую красоту? Дикую, потому что стоит она немеренного бабла. Но ляпота-то какая. Собственно, что это такое? Компания называется Basalt. Она родом из Бельгии. И делает она всякие разные красивые, да по уму помрачения, красивые решения. Смотрите, это стройка. Долой скучные белые или крашеные грили. Только дорогая ткань, только золото. Еще, знаете, фарфора немножко. Вот это был бы вообще кайф. Шучу. Много есть брендов, хороших, разных, которые кинозалами занимаются. Но один бренд отличается, потому что его знают даже... Ну, не знаю, какая-нибудь полинезийская бабушка, я уверен, тоже о нем что-то слышала. Законодатель мод, безусловно. Пойдемте посмотрим, что они на выставке показали. Иногда размер имеет значение. Вот так вот выглядит сабвуфер от JBL. Давайте я поближе подойду, чтобы вы понимали. Он размером с диван.
есть главный принцип, который продвигает синтезис – единство системы. Хотите услышать настоящий референс? Извольте купить не только колонки от этого бренда, но и процессор, и усилители. И не самая дорогая на первый взгляд акустика на круг встает в кругленькую сумму. Это первый шоу-рум, который я посетил на выставке, так что поначалу он впечатлил. Готовый кинозал для выставок – редкость, ведь стенды надо собрать за пару дней. А тут настоящий шок от проработки деталей, целостности конструкции, которую можно буквально срисовать и сразу клиенту продавать. А потом Антон Заднепряный открыл мне истину. Синтезис эту комнату задумали легко разборной и таскают по выставкам уже несколько лет. Другое дело, что стоит сходить к конкурентам, у которых вместо красоты черные стены, и магия испаряется. Остается неубедительный по сравнению с Крикс и Тринов бас, искусственный после Sonos Faber и Macintosh инструментал и совершенно непонятная после Alcon стоимость. Самое интересное, что есть у JBL на стенде, чего обычно нигде не встретишь, это полный модельный ряд встройки всех модельных видов, от самого бюджетного до самого дорогого. Все эти модельные ряды теперь доступны не только в Америке, но и в Европе. Их очень активно продают, и ценообразование у них очень адекватное. Если бы JBL остался в России официально, я уверен, что это был бы один из самых популярных продуктов нашей компании. Но, простите, извините, большая часть встраиваемой акустики JBL – это акустика открытого типа. Какие там боксы, какие там коробки, как в Европе любят делать. Не-не, это же американский бренд. А в Америке любят так, чтобы дырку вырезал, колонку вставил и полетели. Специально для Европы и некоторых стран акустика в закрытых корпусах тоже делается. JBL продолжает развивать свою классическую серию. Теперь вот и сабвуфер классический подъехал, он так и называется. L10 CS Classic Subwoofer, 250 Вт номинала, 500 Вт в пике, 10 дюймов направленные в пол в закрытом ящике и никаких этих модных ваших DSP, только классика, только хардкор. Привет, меня зовут Артём, а тебя как зовут? Его зовут Аскендер, и о сабвуферах этого бренда слышали все в нашей индустрии. Это относительно новый инсталляционный бренд, который появился 7 лет назад. Он основан исключительно на науке и на следовании ее последним достижениям. Делают они сейчас широчайший модельный ряд различных колонок. И о нем я вам подробнее расскажу в одном из следующих выпусков. Мне удалось пообщаться с президентом компании. Шоу-стоппером стенда выступил массив самых недорогих 12-дюймовых сабвуферов бренда. Дрожь земли нажатием одной кнопки. Ее иногда включали, чтобы конкурентов не пугать. Аскендер – бренд, созданный профессионалами и для профессионалов. Только сателлиты и сабвуферы, никакого вам полного частотного диапазона. Построены они на основе коаксиальных драйверов с акустически прозрачным колпачком диаметром в дюйм. За ним может стоять как купольный тканевый твиттер, так и компрессионник. Корпуса утилитарные, зато жесткие и удобные в установке. Каждой модели прилагаются подробнейшие характеристики и графики, облегчающие инсталляторам построение кинозалов любого уровня. Кстати, обратите внимание на модели с наклонными динамиками. Растут продажи огромных телеков, а Скенда тоже готов в конкурентную борьбу за их покупателей включиться. Представляете, поймали меня русскоговорящего прямо на пути и отвели в зону DSSL. Бренд продается в России. Поэтому меня сюда и позвали. Бренд продается хорошо. Мне сказали, почему ты его до сих пор не продаешь? Действительно. Вот в такой коробке 6 независимых зон. 6 зон. И фишка в том, что у каждой зоны есть свой AirPlay и свой Chromecast. В отличие от ямаховских рисунков, например, у которых AirPlay, сколько зон не было, он один. Интересные штуковины. Присмотрюсь к ним поближе. Я обнаружил, кто перекричал Biosound. Это была французская акустика Waterfall. Ее очень редко включают, потому что, видимо, боятся всех остальных заглушить. Сейчас 18:30. Практически никого нет, и на весь павильон играет оно. И играет круто. Ее, кстати, презентовали в Париже в октябре, я ее уже снимал.
никаких кислых рож, как у китайцев. Французы презентуют свои продукты вот так, с танцами и вдовой Клико. Выставка ISE 2024 подошла к концу. И мы поедем уже есть хамон и пить вино наконец. Да. Если хотите общий стрим, ставьте лайки. Лайки, обязательно колокольчик не забывайте и огонек напишите в комментариях. Да. Или два огонька, чтобы вы поняли, что вы хотите стрим, где мы с Артемом обсудим итоги, кому чего понравилось, чего не понравилось, новые какие-то штуки интересные, новинки, старинки, потому что много было старого в том числе. Ну и вообще поболтаем на тему того, как показывают всякие крутые штуки за рубежом, как их не показывают, к сожалению, в России. Да! Все комментарии. Пока-пока.